траве сидел кузнечик, в траве сидел. Последнее время я себя очень плохо вел. Я не слушал старших, слушал только тяжелую музыку. Я всячески нарушал закон, и кузнечная ведьма заколдовала меня. Но есть волшебник, который меня расколдует. Говори, что мне нужно сделать, только сними с меня это проклятие. Знаем мы ваши проблемы. Давно уже наслышаны. И знаем решение ваших вопросов. Но надо исполнить три желания, кузнеца. Какие? Отведать землюшки украинские. Съесть супа фирменного кузнечника. Проверить себя на прочность. Стать кузнецом. Мы посвятим тебя в кузнеце и вытащим из задницы эту раскаленную палку. Представьте себе, товарищи, приезжайте к нам на рок-фестиваль. И вы увидите, что такое настоящее кузнечное колдовство. Да, Ричард?